Я начала сезон с небольшими проблемами в стрельбе, но последние тренировки я чувствовала себя увереннее и знала, что в Ханты-Мансийске смогу стрелять лучше. Все фавориты женского биатлона стартовали в первой группе. Под номером один на трассу ушла Тора Бергер, досрочно обеспечившая себе малый хрустальный глобус в этой дисциплине. Но то ли морозная погода, то ли усталость не дали знаменитой норвежке подняться сегодня выше восьмого места. Ее опередила и стартовавшая под 35-м номером Вита Семиренко и 32-я Анастасия Кузьмина и россиянка Ольга Вилухина, которой не хватило лишь нескольких секунд для того, чтобы попасть в тройку лидеров. Гонка вышла нелегкая, хотя, конечно, я уже знала, что хрустальный глобус в спринте за мной, и в общем зачете я лидер, но всегда хочется большего, поэтому мне все равно хотелось максимально выложиться и показать оптимальный результат. Не покорилась сегодня гонка и Ольги Зайцевой, которая допустила два промаха на стрельбе стоя. Остальные 5 из 7 стартовавших россиянок не смогли подняться выше 20-го места. Югорчанка Екатерина Шумилова 35-я. Последний спринтерский этап мирового биатлона не стал счастливым ни для Дарьи Домрачевой, ни для Кайсы Макарайнин, также допустивших промахи в стрельбе стоя.